Салам алейкум. Только что перед нашими глазами у вас на районе девчонку украли. Давай, быстро, кипиш, поднимай. А чё 102 не позвонили? Слышь, умник, я уже звонил, там вас трубку не берут. А, кушают, наверное. Ну, давайте, напишите заявление, я его передам. И какое заявление? Ты меня вообще слышишь или нет? Я говорю, девчонку украли. Каждая минута сейчас дорога, может, сейчас её куда-то увезут, ё-моё. Так, у нас все машины и сотрудники на выезде. У нас большое ЧП случилось. А чё случилось? У одного чиновника часы золотые украли. Всё УВД на уши подняли. Часы? Вот вы беспредельщик. Как всегда, сами надо разбираться. Алло, и ты где ходишь? Я уже здесь. Эй, я похавать пошел. Какой похавать? Запарил ты. Эй, братан, это не наши проблемы. Зачем это нам надо? Мои это проблемы, наши это проблемы. Пойдем быстро искать. Сейчас на то же место возвращаемся. Вдруг, может, какие-то улики остались. Давай быстрее нафиг. Все, давай. Я жаловаться, понятно, на вас буду? Беспредельщики. Что мы ищем? Любую улику. Паспорт, документ, удостоверение, пофиг, хоть что. Любую. Чтоб главное зацепка была. Вот нам это надо, а. О, бог есть, как раз жрать хотел. Не трогай, не трогай, значит, это у нее упало, походу, да? Ну, час прошел, не испортился по-любому. А при чем тут это, придурок, блин? Что это, донер? Так, значит, она где-то рядом живет, и значит, где-то рядом донер находится, правильно, где она купила? Сейчас пойдем, донерчики пусть по камерам посмотрят, и все, проблема, что... Все, пошли. Ну, один же хватит, давай один съем. Сейчас найдем, потом все два съешь, запарил, не ноя. Пойдем быстрее, а то испортится.